Fighters, you receive your instructions in the dressing room. Obey my commands at all times. Protect yourselves at all times. Touch gloves if you want. Back up. Григорий, мы с вами, ну, я не говорю сейчас про Дениса Лебедева, мы его комментируем постоянно, но мы ведь и работали на тех матчах, на тех боях, когда в ринге был Мурат Гассиев. И я вот что подумал, что мы внимательно помним те бои, но ни разу мы не видели такого боя, такого момента в бою даже, когда Мурат был не агрессором, а когда против него заставляли его работать вторым номером. Может это быть сегодня в этом бою? Если да, то очень интересно будет посмотреть, как на это будет реагировать молодой претендент. Безусловно. И я думаю, что в первые несколько раундов мы должны это выяснить. Хотя здесь, в этой весовой категории, когда встречаются два жестко бьющих бойца, никогда не знаешь, сколько продлится бой и когда он завершится. Денис Лебедев боксирует в стойке левши. Мурат Гассиев в стойке правши. Лебедев по туловищу слева. Лебедев очень прибавил в последнее время именно в движении. И все специалисты говорят, что если он вот это свое движение на ногах не приостановит, что он будет двигаться постоянно, не будет перед Гассиевым ни на секунду стоять в мишень, готовая принять удар, то для этого, в этом могут быть для молодого претендента определенные проблемы. Очень спокойно начинают, хотя каждый, конечно, готов использовать малейшую ошибку соперника. Но Мурат все бои свои начинает вот так, вы знаете, спокойно, внимательно. И все время он, каждый бой, ищет подходы и постоянно заряжен на удар. Вот как будет сейчас? А удар у Мурата Гассиева тяжелый. Да у Лебедева тоже левая рука не подарок, друзья. При том, что Мурат выше Лебедева, и у него руки, естественно, длиннее, опасный удар в туловище. В область груди пришелся этот удар Мурата Гассиева. Так вот, несмотря на то, что у него эти преимущества, вот длиннее рук росте, но он очень хорош на средней и ближней дистанции тоже. Джебом атакует Лебедев. Пока и тот, и другой довольно мощными ударами передней рукой прощупывают защиту каждого. Полминуты до конца первого раунда. Пока тактический бой, позиционная борьба идет. Вы слышите реакцию зала? Ни одного равнодушного человека здесь в Мегаспорте нет. Думаю, что и вы, друзья, которые сейчас смотрите трансляцию канала Матч ТВ, также внимательно и также переживаете каждую секунду этого поединка. Ну что ж, друзья, вы посмотрели первый раунд. Такая напряженная была, в общем-то, разведка с той и с другой стороны. Но, похоже, Лебедев начинает постепенно читать своего соперника. Контратакует Денис. Он пошел в атаку.
одиночными ударами. Одиночные удары выбрасывает Гассиев. Денис контратакует. Пока что у Лебедева, Лебедев выглядит чуть побыстрее. Он выглядит чуть побыстрее, и как будто бы он уже разобрался, да, вот он уже понял, что ему делать в ринге. Такое впечатление. Мы не знаем, каков Гассиев, когда пропускает сильный удар. Да, Мурат привык, привык быть агрессором, привык всегда идти вперед на соперника. Очередной раз передней рукой Денис достает цель. Очень жестко по туловищу Гассиев атакует. Мурат спарринговал. Не только спаррингует с боксерами своего веса, но и был в лагере Владимира Кличко. Спарринговал с Дантеем Уайлдером, с Крисом Ореолой. И, кстати, опережает Денис. И Крис Ореола, сказал, что Гассиев бьет жестче, чем кто-либо из его соперников в ринге, непосредственно в боях или в спарринге. А при том, что у Ореолы внушительный список соперников. Тот же Уайлдер. Денис постоянно закручивает то в одну сторону, то в другую. Двойка. Джебом точно попал Денис, но левая рука мимо прошла. Пока что Мурат ищет подходы. Ищет подходы, ударов выбрасывает мало. Да, Денис заставляет задумываться соперника. Вот это тот экзамен настоящий, который и предстоит сегодня решить молодому претенденту. Здесь еще есть фактор физической готовности. Физически, я думаю, оба готовы очень здорово. Быстрая рука у Дениса. Да, правой рукой. Хорошо, хорошо чувствует дистанцию Денис и между перчаток пробивает джеб. Правый боковой от Дениса, но такой пока легкий. Ну так, оплатил перчатку, да, может. Гассиев в туловище пытался точно атаковать, но попал. Этими ударами он все время гасит. Был по откровению и рискну предположить, вернее высказать свое мнение, что во втором раунде так Денис начал чуть-чуть доказывать свое небольшое преимущество. Между раундами Фредди Роуч сказал, что все отлично. Заставляет его проваливаться, промахиваться. Но джебом хорошо, Мурат Гассиев попадает. Сказать, что Денис Лебедев уж очень много двигается. Ведь это можно было предположить. Были мнения о том, что жестко попал по туловищу Гассиева, и Лебедев отвечает слева. Были мнения о том, что Денису много нужно будет двигаться, чтобы не застаиваться, но пока что и минимального движения на ногах хватает для успешного действия, успешных действий в этом поединке Денису Лебедеву. Ох, Мурат справа. Вот перчатка.
Они же видят эти удары, видят. И успевают убрать голову. И либо назад, либо справа. Сейчас сам промахнулся. Боковые удары Гасева. Практически все приходятся в защиту. Но чуть-чуть прибавляет Гасев в плане активности. Он выбрасывает больше ударов. Возможно, это часть плана. Начинать постепенно. Но здесь тоже кроется хитрый момент для Мурата. Потому что чем больше он атакует, тем больше возможностей у Лебедева контратаковать. А руки у него побыстрее, у Дениса. Четверной джеб в исполнении Лебедева останавливает попытку атаки со стороны Гасеева. Слева Денис атакует. И Мурат. Удар в лоб пришелся. Сейчас Гасеев начал работать первым номером. Но Лебедев его останавливает. Гасеев прибавил в активности, пытается осуществлять прессинг. Он прибавляет в активности в количестве выбрасываемых ударов, но практически все они по защите. Продолжается бой, друзья, напоминаю, на канале Матч ТВ. Главный бой сезона. Главный бой наших трансляций. Денис Лебедев защищает свой титул чемпиона мира IBF. Соперник молодой Мурат Гасев из Владикавказа. Впервые до боя за звание чемпиона мира в истории российского бокса ведут боксеры одной страны. Земляки. Ну, здесь изначально речь шла о двух титулах, потому что если брать россиян в боях за звание чемпиона мира, то Дмитрий Пирог и Геннадий Мартиросян в сентябре 2011 года оспаривали два россиянина чемпионский титул. Здесь два титула должно было стоять на кону, но вот только один. Да, Гасеев справа. Опасные у него удары, и Денису левую руку, конечно, всегда нужно держать у подбородка. Мощно вложился в эти два удара Гасеев. Обратите внимание, Гасеев активнее, все активнее идет вперед. И Денису больше приходится двигаться. Потому что защищаться от таких мощных атак Гасеева одним только блоком нельзя. Нельзя принимать на блок. Но и Денис жестко отвечает. Денис контратакует, он ловит эти моменты очень удачно, чтобы осадить немножко пыл соперника. Но тот продолжает идти вперед. Да, эти удары не останавливают Мурата. Мурат их принимает, но не останавливается. Идет вперед. Ох, справа жестко. Да, Мурату тоже нужно внимательно относиться к этим правобоковым. И снова туда пробивает Денис. Попытка апперкота. Денис смещается в основном вправо. Он левша и заступает за переднюю ногу Мурата Гасеева. Тем самым выводит себя на удобный угол атаки и избегает правой Мурата, правой руки. Комбинация в исполнении Лебедева. То, о чем ему Фредди Роуз в перерыве говорил.
Рядом с нами, как всегда, на комментаторской позиции Григорий Дрозд. Я вот хочу поделиться своим мнением с ним, насколько я прав или нет. Мне кажется, сказывается гораздо больше арсенал Дениса Лебедева. Так да, это было ясно тобой. Денис намного сильнее оснащен, как боксер. И мне кажется, что Денис справляется со своей задачей. Конечно же, мы еще не понимаем, что заготовил Гасиев. Непонятно, что он хочет сделать. Мало ударов в его исполнении. Очевидно, что он очень хочет сильно ударить. И Денис, мне кажется, приспособлен к этому стилю. Спасибо, Григорий. Итак, продолжается у нас четвертый раунд. Последние секунды. Фредди Роуч говорит в перерыве Денису Лебедеву: не давай ему прессинговать тебя. Останавливай его не просто одним ударом, а комбинациями. И тогда тебе будет проще справляться с этим прессингом. Жаль, что в перерыве не удалось послушать, что говорили Мурату Гасиеву. Тоже интересно было бы узнать, какие установки Абель Санчес дает. Но прессинг Мурата действительно становится все больше. Он становится больше, да, может, он прибавляет в активности. Но пока, честно говоря, не вижу вот КПД такой отдачи от этого прессинга. Но пока еще пятый раунд. Возможно, тактика именно на то, что Денис по печени попадает Гасиев. Вот как раз о чем и речь, то, чтобы Денис все-таки замедлился. По печени пропускает Лебедев. Очень тяжелый удар у Мурата Гасиева. Встает Денис. И что будет делать Гасиев? Бросаться на добивание. Итак, Мурат Гасиев. Первые раунды не так хорошо складывались, первые два. Но затем прессинг он увеличивал. И этот прессинг приносит ему плоды. Сейчас по туловищу, по печени Гасиев левым боковым попадает. Отправил Дениса Лебедева в нокдаун. Прессингует Мурат. Вот здесь еще рассечение там открыло. Это первый в карьере, профессиональной карьере Дениса Лебедева нокдаун от удара по печени. По туловищу. Ему надо выстоять этот раунд. Но Мурат... А еще очень много времени. Денис попал, минута, кстати, 40. Ударом слева. Мурат уж очень иногда беспечно идет вперед, и Денис эти моменты использует. Жесткие удары у Мурата Гасиева. Ловит. Снова туда, в туловище пробивает. Снова, да, снова по печени. Но выше. Еще больше минуты в этом раунде. Уже минута, чуть меньше. На уклоне Денис ушел от атаки и контратаковал. И опять метит Мурат Гасиев по туловищу. Он нашел лазейку. Еще целая минута. Денис отвечает. Денису надо выдержать. Денис отвечает по туловищу туда же. Это будет сделать очень тяжело. Сейчас у меня есть возможность видеть секундомер. Снова туда нащупал эту точку и пробивает опять туда Гасиев. И остается 25 левый секунд. Левый боковой отвечает коротким ударом Денис. И публика неистовствует. О, попадает снова правым прямым. Жесткий опять удар справа. Мурат Гасиев наносит. Конец раунда.
Пять раундов прошло в этом замечательном, напряженном и драматичном бою, друзья. И вот поначалу преимущество Дениса Лебедева, которое, в общем-то, ощущалось в какие-то моменты, все свело. В прошлом раунде все ушло на нет, потому что точным ударом послал своего соперника в нокдаун Мурадгасиев. Восстановился Денис или нет? Это большой вопрос. Жесткие атаки Дениса Лебедева. Комбинациями и джебом Фрейдерос сказал, атакует передней рукой. Ну, здорово сейчас атакует Денис снова. Посмотрите, пробивает эти удары. Правые прямые, но Гасиев упрямо ловит эти удары и идет вперед. Продолжает наступать. Гасиев иногда действует по принципу, готов пропустить два, но для того, чтобы нанести свой один. И учитывая ударную мощь Мурата Гасиева, мы уже убедились в том, что она на должном уровне. Может быть, эта тактика тоже имеет право на жизнь. Жестко, как же тяжело мне Гасиев. Удар туда же, в область петель. Все-таки преимущество в ударной мощи уже у нас в этом поединке очевидно. У кого? Но Денис жестко заряжает слева. Ну вот, мы спрашивали до боя, каков Мурат, когда он пропускает. Да, он и удары держит тоже здорово. Сокращает дистанцию Гасиев чаще, чем в начале боя. Страшные удары, конечно, у претендента. Недаром он говорил, что если он станет чемпионом, он, скорее всего, перейдет в супертяжелый вес. Но пока он без проблем делает первый тяжелый вес, потому что даже за сутки после взвешивания, вернее, утром, по правилам IBF, Мурат Гасиев прибавил всего 1,5 килограмма после взвешивания. Это совсем мало. То есть ему практически не надо сушиться? Да, он практически не гоняет вес. Поэтому пока что легко он делает лимит 90,7 килограмма. Но с такой ударной мощью, конечно, можно многого добиться и в супертяжах. Безусловно. 23 года всего Мурату Гасиеву. И потенциал его огромен. Тяжелее Денису Лебедеву двигаться. Уже тяжелее. Потому что если до этого он успешно уходил от выпадов Гасиева, то сейчас периодически настигает Мурат. Не гасят порывы. Гасиев, он продолжает идти, он ловит эти удары, но они на него... Такое ощущение, что вообще не действует. Но Мурату тоже все-таки не стоит пренебрегать ударной мощью Дениса. Вот особенно такими ударами. Концовка первой половины поединка. Очень драматичный бой, насыщенный. Шесть раундов позади. Сейчас начинается самое трудное, самое главное, наверное, самое решающее. Абель Санчес Мурату Гасиеву сказал в перерыве: не давай сопернику начинать первым. Работай руками, выбрасывай больше ударов. Ну что, восстановился Денис? Похоже, да. Здесь больше движений он. Больше именно по движению. Да. В общем-то, не теряется. Жестко справа атакует. Но все дело в том, что если
по количеству точных попаданий, вот, например, как в прошлом раунде, Денис, на мой взгляд, был чуть впереди, но эти удары на Мурата не действуют, как правило. А каждый пропущенный удар Дениса ставит, мне кажется, его на грань. И опять по печени гасит. Сейчас комбинацию выбросил, завершил ударом по печени в таком мексиканском стиле. Ну, мы знаем, Абель Санчес любит ставить своим боксерам мексикан стайл, мексиканский стиль. Денис комбинацию выбрасывает Лебедев. Три мощных боковых удара в исполнении Дениса. И сейчас ушел от очень опасной атаки. Ну, естественно, будет и ответ Мурата Гассиева. Да, Гассиев буквально неумолим и беспощаден. Мы говорили перед началом, что такого уровня боксера, как Лебедев, у Мурата еще в карьере не было. Не было такой оппозиции. Но решил заметить, что для Лебедева это тоже в его карьере, наверное, самый тяжелый бой. Я не беру тот бой. Пока что один из самых сложных, точно. Но, с другой стороны, мы также говорили не раз о том, что Мурат Гассиев, хоть и впервые оказался на этом уровне, но голод до побед, желание стать чемпионом мира может буквально катапультировать тебя, и ты покажешь то, чего ты не показывал никогда до этого. Очень, очень уверен в себе. Здесь однозначно, уже сейчас можно сказать, Мурат Гассиев пока что показывает лучший бой в своей жизни. Его очень трудно сбить с настроя. Конечно, судьи считают эти удары. Мурат их пропускает, что-то говорит. Но напряжение, вот эта опасность, она буквально витает в воздухе. Да, и не будем забывать фактор нокдауна. Ууу, левый боковой жесткий. И Гассиев, возможно, забирает раунд за счет вот этого тяжелого попадания слева. Мы не видели с этой стороны, с нашей точки обзора, мы не видели, насколько точным был удар. Восьмой раунд. Напряженнейшая вторая половина боя. Ничего еще не известно, непонятно. Ниже пояса был удар. Да, Мурат извиняется. Ненарочно. Оба бойца очень чистые бойцы в плане того, что правила, если даже и нарушает, то это не было клинча, это случайность. Да, и ни одного клинча у нас, по-моему, так и не было пока что в этом бою, что тоже как приятно. Все-таки какие же страшные удары у Гассиева. Недаром, а в этих ударах начали слагать легенды уже давно. И легенды оказались правдой. Два раза левым боковым попадает по цели Денис. Мурат их ловит и, как ни в чем не бывало, продолжает идти вперед. Комбинация на ближней дистанции. Денис Лебедев. Мурат все-таки, мне кажется, очень часто пренебрегает защитой и пропускает эти удары. Да, судьи считают. Эпизод-то за Лебедевым сейчас остался. Эти удары судьи точно кладут в копилку. Первый крич
лебедь за весь бой. Чуть раньше тоже была попытка, Лебедев пытался сблизиться, но там Гассиев не дал это сделать. Ну да, это был первый клинч. Снова удар по печени в исполнении Гассиева. Уголовок Лебедев пропускает несколько ударов, и под глазами у Лебедева уже небольшие наплывы есть. Лебедев становится хуже на ногах. Вот посмотрите, Гассиеву. Вот он план команды Гассиева. Прессинг, прессинг, увеличивать, увеличивать и заставить соперника остановиться. А еще только восьмой раунд. Я не говорю, что Лебедев уже остановился, но он не так быстр и свеж, как в начале боя. И не так просто уже сдерживать ему этот натиск в исполнении молодого претендента. По туловищу опять Гассиев. Тяжелые удары. Ну так вот, на 2-3 удара, причем на 2-3 точных удара, Гассиев отвечает одним, но настолько мощным, что кажется, как бы... И это тоже фактор. Ведь в профессиональном боксе тяжесть ударов тоже имеет значение. Конечно. Подходит к концу этот раунд. И Гассиев заканчивает прямым ударом справа. Восемь раундов позади. Я обращаюсь снова к Григорию Дрозду. Что сейчас, вот как вы сейчас оцените то, что происходит в ринге? У меня такое чувство, что Денис, во-первых, Мурат Гассиев слишком рано поверил в свою победу. Да, был здоровский удар, попадание, но он начал выцеливать. И тем самым немножко зациклился на этом. Денис пристроился, Денис начал двигаться. Мне кажется, большинство раундов Денис сейчас ведет. Но очень сложный поединок. Мы видим, какая мощь. Как сильно бьет Мурат Гассиев. И это большая угроза для Дениса Лебедева. Ведь мы видим, что Денис выбрасывает удары, и у него, в общем-то, больше попаданий четких, но такое впечатление, что они не действуют вообще на Гассиева. А ведь судьи считают и силовые удары тоже. Конечно, да. Инициатива, безусловно, на стороне Мурата Гассиева. Его стиль, его поведение в ринге говорит о том, что он готов стать чемпионом, он готов быть лидером. И это, конечно, может действовать на судьи. Но Денис пока действует очень правильно. Работает, двигается за переднюю ногу, не дает остановиться, не дает возможности себя попасть. И мне кажется, с каждым раундом нужно терпеть будет все больше и больше, потому что Гассиев наращивает свою мощь. Вот такой анализ, друзья, со стороны боксера, который, это его родная весовая категория, который как раз искушен вот именно в таких моментах бокса, когда надо перестроиться, когда надо что-то переделать в своих действиях, когда надо чем-то удивить соперника. Удастся это Денису или нет? Давайте посмотрим. В перерыве Абель Санчес использовал психологический подход. Слева Гассиев. Вскользь, правда, попал, мне показалось. Психологический подход такой Абель Санчес использовал. Он сказал, представь, что это твой спарринг-партнер. Представь, что это не бой за звание чемпиона мира, а это просто спарринг. Расслабься и работай так, как на тренировке. Мурат поймал вот в этом плане свою волну. Мы говорили, что он король, когда он идет вперед, когда он диктует условия. И именно сейчас он работает первым номером. Мурат именно сейчас навязывает размены. Он чувствует, что он имеет солидное преимущество в ударной мощи. Он чувствует, что удары соперника не приносят ему урон. И поэтому он готов ввязаться в открытый бой и конечно размениваться ударами с Денисом Лебедевым. И здесь у него будет преимущество, я уверен.
И это тоже определенная проблема для Дениса, потому что соперники Дениса обычно не стараются не ввязываться с ним. Хорошо, в размен. Сейчас Денис отметил два хоть точных попадания под самый гол. О, Денис, правда, на блок принял этот удар. Раунд номер 10, друзья, наступают чемпионские раунды. Фредди Роуч сказал Денису Лебедеву: вкладывайся в удары слева. Ты можешь его потрясти своей левой рукой, но нужно чуть-чуть занять правильную позицию на ногах и вложиться в удар. Но в удар вкладывается Гассиев. Сейчас справа попадает, Лебедев отвечает комбинацией. Хорошая атака. Ниже пояса удар, рефери был с другой стороны, не видел. Опа, попал. Какой удар слева? Как раз таки удар слева. То, о чем сказал Роуч. Но Гассиев принял и... Денис снова попадает. Гассиев канатом становится, но отвечает. Нет, он не потрясен. Он не потрясен, но он понял, что... Нельзя пренебрегать. Может, да, момент может быть переломным в бою. Опять ниже пояса. Туда в область бедра попадает Гассиев. Лебедев не апеллирует. Хороший раунд в исполнении Лебедева получается. Но еще, это только половина раунда. Да, еще полторы минуты. Опять вкладывается удары по туловищу Гассиев. Удар по плечу. Один из редких клинчей. А Лебедев слева наносит удар, и Гассиев отвечает тут же. И двойку, двухударную комбинацию. Ну, заканчивает по туловищу. Первая половина была за Лебедевым. Как... Да, сейчас Гассиев перехватывает. Снова Денис левым прямым попадает точно. Удары в плечо, а Лебедев отлетает. 10 секунд остается до конца раунда. Страшный боковой сейчас влетел. Денис успел убрать голову. Отвечает Денис левым. Хорошо. Фредди Роуч подсказал работать первым номером, Денис. Да, а Абель Санчес... А как это сделать, когда на тебе кто-то такой прессинг? Абель Санчес сказал Мурату, вот как раз буквально пару раундов назад мы об этом говорили, ты пропускаешь слишком много вот этих маленьких, пусть не тяжелых, но в большом количестве удары ты пропускаешь.
Но они на него не действуют совершенно. Но их считают судьи. Он даже не защищает. Да, судьи считают. И поэтому вот это как раз беспокоит Абеля Санчеса. Потому что, да, он говорит, ты наносишь один тяжелый удар, но в ответ пропускаешь 3-4. Пусть и не таких тяжелых. Но, тем не менее, это 3-4 удара в ответ на твой один. Но у меня впечатление вообще складывается, что Мурат вообще не думает о защите. Ему это совершенно... Когда-то... Как говорят, до лампочки. Он просто идет вперед. И постоянно заряжен вот на этот свой страшный удар. У сборной Нидерландов был тотальный футбол. А сейчас у Мурата Гассиева вот такой тотальный бокс, тотальная атака. Потому что действительно не думает он особо о защите. Главное для него это прессинг. Ни мысли, ни силы на защиту. Так? Все на атаку. Вся ставка сделана на атаку. И на свой потенциал. Именно атакующий. Сработает это или нет, мы узнаем минут через 7-8. Непростой поединок для подсчета судей, потому что один атакует тяжелее, но меньше. Другой не так тяжело, но больше. И кому что нравится, потому что разные судьи применяют разный подход. Ну давайте, да, разные судьи, разный подход. Действительно, сейчас мне приходит на ум много таких поединков, когда казалось бы, да, что один боксер так вот чисто внешне выигрывает, а судьи отдают победу другому. Но потом, если при детальном уже анализе бокса, приходится часто соглашаться с теми судьями, которые вынесли именно такой вердикт. Продолжает атаки по печени Гассиев. И комбинациями Лебедев отвечает. Размен удара в центре ринга. Уперся Лебедев, уперся. А ему сказали в углу, не отдавай пространство, не позволяй тотально вот так идти вперед на тебя. Потому что это фактор инициативы. Ведь поединок судится по правилам не только точные попадания, но и также контроль ринга, он имеет значение. Мне кажется, у Дениса какое-то чуть-чуть такое второе дыхание. У него ноги снова заработали. Посвежее, мне кажется, он сейчас чуть-чуть. Но обратите внимание, у Гассиева открыт рот. Значит, тяжелее ему стало дышать. И уже не так он не может настолько мощно прессинговать соперника, как это было в середине боя. Заключительный раунд. Внимательно слушали, надеюсь, то, что творилось в красном углу. И самое главное, итак, уважение между спортсменами. Но это... Заключительный 12-й раунд. Но это до того, как звучит гонг. А сейчас на кону чемпионский титул по версии IBF в первом тяжелом весе. Денис Лебедев, чемпион. Мурат Гассиев, претендент. Лебедеву 37 лет, он уже опытный боец, уже многое повидал. Мурат Гассиев 23 года, и для него это первый такой большой бой. Он сказал, когда-то я смотрел... Слева Денис попадает. И пропускает тут же. Роуч сказал Денису, он устал, поэтому вкладывайся, бей, работай комбинациями. В свою очередь Абель Санчес сказал, ни в коем случае нельзя отдавать последний раунд. Так что здесь каждый будет биться до последнего, отдавать все свои силы. Правда, усталость начала сказываться даже внешне в действиях Гассиева. Да, безусловно, удары уже не столь жестко он выбрасывает. Но все-таки какой интересный мы бой смотрим. И, кстати, потрясающе. Я думаю, что реванш... Вполне. Независимо от результата этого боя, реванш посмотрели бы все. Хорошо, Денис сейчас
контратаке. И тут же пропустил, ответил. Откровенный бокс такой мы сейчас наблюдаем. И слева Гасиев попадает. Сейчас пойдет последняя минута поединка, заключительная. Ну, чьи козыри сейчас сыграют? Лебедев чуть более подвижный. Гасиев. Ой, хорошая комбинация. Жестким ударом. В ответ Денис пропускает один удар на свою комбинацию, которую он собрал силой, которую сумел провести. Гасиев все-таки одиночным ударом ответил. Полминуты остается, полминуты до конца боя. Здесь даже и комментировать ничего не нужно. Но Гасиев молодец, да, первый 12-раундовый бой. Второй. У него уже был 12-раундовый поединок. Он в Кавказе его провел как раз. Итак, бой закончен. Ну что ж. Бой закончен. Потрясающий поединок. Это был великий спектакль, друзья, по-моему. Весь зал стоя аплодирует боксерам. И тот, и другой показали великолепный бокс. И аплодирует в том числе один из лучших боксеров мира Геннадий Головкин, который в первом ряду смотрел это великолепное зрелище. И Руслан Проводников тоже здесь в зале. И Егор Михонцев здесь. Ну кто мог быть, кто мог остаться равнодушным перед таким поединком? Причем да. Поединком, который оправдал себя со всех сторон. Все говорили о том, что этот бой будет великим. И он таким и получился. Сейчас зал начал скандировать «Лебедев, Лебедев». Им отвечают болельщики Гасиева. Сейчас весь... Скрупулезнейший подсчет очков сейчас идет. Весь практически зал на ногах. Все ждут решения, что же будет. Размен ударами, еще раз нам повторы демонстрирует. Денис молодец! Откровенный поединок. Бой на встречных курсах. Денис Лебедев, Мурат Гасиев, Проводников и Михонцев. Вот. Вот как Руслан Проводников описывает этот поединок. Это действительно было просто потрясающе. Мы говорили, что бой один из лучших в сезоне, он таким оказался в реале. Еще не будем забывать завершающий бой этого сезона, 17 октября, впереди, декабря, да, еще один Александр Поветкин. Великий бой против... на нашем канале, друзья, 17 да, также октября. Матч ТВ, трансляция из Екатеринбурга, Поветкин, Стиверн, бой за временный титул WBC. Я сейчас смотрю угол Мурата Гасиева, там Вайнштейн, его тренер. Промоутер. Нет, и тренер Гасиева, который постоянно с ним работает, Урал Бокс Промоушен. У них претензии к своему подопечному. Все-таки вот это такое явное пренебрежение защитными действиями, да, оно может, конечно, сказаться на результате. Майкл Баффер сейчас берет в руки судейский счет. Фредди Роуч говорит, хороший бой для всех нас. Перед боем Михаил Пореченков
сказал, что в выигрыше будем все мы, независимо от того, какой будет конкретный результат этого боя. И действительно, я готов сейчас согласиться с этим мнением. Каким бы ни был результат. И, возможно, каким бы он ни был, будут споры определенные, потому что бой-то получился... Ну, как без этого, конечно. Тем более... Ведь болельщики остаются болельщики, а нет, болельщики не остаются преданными своему спортсмену. Итак... Итак, внимательно слушаем. 114-113 в пользу Лебедева. Минимальное преимущество на первой карточке. 116-112 Гассиев. Итак, на второй карточке. Решающая третья карточка. 116-111. И новый чемпион мира Мурат Гассиев одерживает победу раздельным решением судей в этом поединке и завоевывает чемпионский титул по версии IBF, отбирает у Дениса Лебедева этот пояс. И вы видите, да, в каком напряжении была команда Мурата. Они совершенно не были уверены, что будет именно такой результат, но раздельным решением, голосом, решающим голосом одного судьи, все-таки пояс чемпиона IBF достается боксеру из Владикавказа Мурату Гассиеву, друзья.